Если для детей обильные снегопады в радость, то для дворников это тяжелый физический труд. Каждое утро, вооружившись лопатами, уличные рыцари сражаются со стихией, и все на благо горожан. На наши 240 домов, находящиеся на территории города, на этих домах работает примерно 60 человек дворников. Почистить входные группы, пешеходные дорожки, козырьки подъездов и не только. У каждого сотрудника 4 дома. Объем работ серьезный. Гуля трудится дворником уже 6 лет. Нелегко, но в свои 56 она справляется. Об отдыхе думает в последнюю очередь. Я стараюсь, чтобы работать и как-то, чтобы жителям уютно было, приятно было с утра. С утра они на работу же идут, чтобы им приятно было и уютно. Так, и кипяточку. Мне тоже, пожалуйста. Все. Согреть не только чаем, но и добрыми словами тех, благодаря кому дворы с утра в порядке, решили сотрудники Одинцовского информационного центра. Испекли пироги, принесли самовар и устроили чаепитие. Мы решили сказать наше спасибо дворникам, которые действительно очень, очень тяжело им пришлось в это время. Действительно, здесь расчищены все вот пешеходные, все тротуары. Жители благодарят, и мы тоже жители этого города. И мы тоже благодарим дворников. Сделать полезное дело на благо жителей может любой желающий, не дожидаясь дворников. Для этого достаточно взять в руки лопату и немного потрудиться. Работа на свежем воздухе явно пойдет на пользу. Татьяна Верняковская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».